Один из показателей положения дел в любом городе или селе – число учащихся школ и воспитанников детских садов. В Волокрутинскую школу номер 3 теперь ежедневно спешат 1500 мальчишек и девчонок. Такой рост не может не радовать нового директора школы Виктора Георгиевича Мурзанаева. Бывшему военному, возглавившему учреждение всего 2 месяца назад, досталась школа, которая всегда была на хорошем счету, как в области, так и в стране. Здесь давно сложившиеся традиции, современная материально-техническая база. А в теплицах по-прежнему цветут розы и созревает виноград. Сумеет ли директор удержать высоко поднятую планку или поднимет ее еще выше? Виктор Георгиевич пока справляется и уверен, что справится в дальнейшем, поскольку, как признался, хоть и трудно с детьми, но очень интересно. То, что было раньше, лет 15-20 назад, немножко отличается от того времени, которое сейчас. Это, прежде всего, технические какие-то новинки, информатизация школ. Вот это главное. Плюс появился новый термин для школы. Это, конечно, в ГОС, федеральный государственный стандарт. Если раньше мы просто учили детей, то сейчас мы обязаны выполнить определенный перечень мероприятий и дать определенный перечень знаний учащимся. Вот это, наверное, главное. А с точки зрения устройства школы, оформления, наверное, есть такое понятие сейчас, наверное, безопасная психологическая среда. Вот, наверное, хотим такую среду создать. В Волокурте школа не просто учебное заведение, это своеобразный эпицентр жизни посельчан, в котором сходятся интересы детей и взрослых. В этом особенность всех сельских школ. Новый директор планирует развивать инициативу и самостоятельность учащихся. Один из его проектов имеет цель дать старшеклассникам попробовать вкус свободы творчества в школьных коридорах. В их распоряжение собираются предоставить стены «Знай, рисуй, всем на радость». Еще один проект – оборудование стоянки для велосипедов. А чтобы школьные будни не казались серыми и скучными, в учебном заведении запланированы дни галстуков, дни тапочек. В общем, дни не как всегда. Больше самостоятельности детям – такой поворот предполагается в волокуртинской школе. Но это не только наша идея. В принципе, федеральный государственный стандарт не предполагает научить детей самим добывать знания, учиться жить, а не то, что мы раньше давали знаниям. А вот то, что проектом мы сейчас затеяли здесь, это помогает, как раз, реализовать их способности. Вот я считаю, именно это требование сегодняшнего дня. Еще один центр духовный открылся в Волокурте год назад. Настоятель православного храма отец Валентин приезжает сюда, чтобы проводить службы, и отмечает, что число прихожан увеличивается. Атмосфера здесь на самом деле очень приятная, обстановка очень располагающая, очень хороший батюшка, вот, нам все очень понравилось, вот, мы сразу как бы впечатлились, вот, и нас вообще очень все порадовало, вот, мы рады, что здесь идут службы хотя бы по возможности, вот, и стараемся приходить. Люди, которые были, остались, приходят новые люди. Молодые мамы приходят, с детьми приходят, крестим много очень. Вот каждую неделю мы крестим, ну, по 2-3 человека для поселка, я думаю, что это тоже хороший показатель. Но важно, чтобы люди, приходя в храм, не уходили больше, чтобы они оставались. Для меня вот эта задача. Я не стремлюсь, ну, за количеством. Хотелось бы поработать над качеством, чтобы вот проповедь, которая звучит, чтобы... Ну, чтобы действия священника, чтобы люди, которые остались, чтобы они были тем ядром, которые вот в перспективе, в будущем, могли бы людей приводить через свою веру. Люди приходят, радость после литургии есть, осознание того, что это нужно людям. Вот самое главное. Есть еще один духовный центр в этом селе. Библиотека и ее книжным фондом могут позавидовать даже городские. В общем, есть что предложить читателям, как юным, так и взрослым. Ну а те жители Волокурти, которые заботятся не только о своем духовном развитии, но и о здоровом теле, посещают спортивный комплекс «Новый современный». Он открылся год назад в рамках проекта приграничного сотрудничества «Кулартик». 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь можно и мышцы подкачать под наблюдением специалистов-инструкторов, и просто пообщаться с единомышленниками. Желающих заняться фигурой, приобщиться к спорту с каждым разом становится больше. Во многом благодаря тренеру. Анна Савельева – мастер спорта по волейболу. На север приехала из Донецка. В Волокурте всего 2 месяца, но за это время уже успела стать местной знаменитостью. На занятия к инструктору выстраивается очередь. Анна Николаевна готова всем уделить внимание. Но, говорит, с каждым разом желающих заняться собой становится больше. Совсем скоро, чтобы удовлетворить потребности всех, придется открывать еще один зал. Желающих очень много. Здесь ходят и военнослужащие ребята, и их жены, причем разной возрастной категории, начиная от 16 лет и заканчивая 59. То есть у меня даже уже группа есть женщин, которым уже за 50 далеко.
Вот. Также тренируются здесь и девочки-подростки, вот, у них фитнес. Я веду еще группу, две группы мальчиков в тренажерном зале, то есть две группы по 5 человек пока так. Ходят с удовольствием, очень много желающих. Ну, пытаюсь всем уделить 100% внимания, дать каждому то, что ему нужно. Для того, чтобы охватить физкультурно-спортивной работой как можно больше жителей Алакурти, инструкторы планируют в следующем году проводить спортивные занятия и мероприятия на свежем воздухе. Места хватит. Главное, чтобы хватило времени и возможностей у самих инструкторов, а у жителей села – желания. Наша съемочная группа работала в Алакурти всего несколько часов и не смогла побывать на всех объектах, которые нас интересовали. Конечно, есть среди них и проблемные, но, что важно, у людей, живущих здесь, появилась твердая уверенность в том, что проблемы эти будут решаться. Главное, что у старинного села появилось будущее. В широком потоке негативной информации последнего времени эта уверенность не может не радовать.